Здравствуйте, меня зовут Мирослава Бикинза, мне 9 лет. У меня русская мама и папа африканец. У меня есть два родных брата и родная сестра. Я занимаюсь в театральной студии плаванием, пением и еще недавно начала заниматься легкой атлетикой. В театральной студии мы играем спектакль «Алиса в стране чудес». Я там играю сумасшедшего зайца. Но я умею на камеру не только веселиться и смеяться, а еще и плакать понарошку. Я уверенно чувствую себя перед камерой и люблю снимать всякие видео. До свидания.